Доска почета – это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах все от рейки до строганных изделий из дерева, а также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почета, телефон 555-525. В среду утром на перекрестке улицы Преображенская и Октябрьского проспекта устроил ДТП водитель мотоцикла «Сузуки». Жалобами о шумных и быстрых гонщиках на двухколесном транспорте кировчане и так уже завалили областное ГАИ. А теперь антигерой рубрики «Обзор аварий» попал в сводку происшествий, проехав перекресток на запрещающий сигнал. По информации ГИБДД, мотоциклист ехал по Октябрьскому проспекту от Московской в сторону улицы Труда. Перекресток с улицы Преображенской он попытался проскочить на запрещающий сигнал. Совершил столкновение с двумя автомобилями Hyundai Tucson и ВАЗ-21214, после чего его отбросило на дорожное ограждение. В результате происшествия водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, выясняются все причины и условия совершения аварии. Это ДТП вызывает лишь вопросы, главный из которых – как? На дамбе у Старого моста водитель 14-й съехал в кювет и протаранил тополь. Дерево-то в порядке, повредилась лишь кора. А вот виновник и его 15-летний пассажир получили травмы. Да и повреждения на авто серьезные. Передняя часть разбита полностью. Очевидцы предположили, что водитель ехал слишком быстро и не успел затормозить перед пешеходным переходом. Возможно, чтобы избежать аварии, непосредственно на дороге он свернул в кювет. На Октябрьском проспекте пострадал еще один 15-летний подросток. По предварительным данным, 38-летний водитель Hyundai на перекрестке повернул направо и не заметил юного велосипедиста. По информации ГИБДД, госпитализация ему не потребовалась. Еще одно городское ДТП произошло на улице Чистопрудненской. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero наехал на пешехода, который переходил дорогу по зебре. 24-летняя девушка получила травмы, она обратилась за помощью к медикам. А вот на улице Пролетарская виноват уже сам пешеход. По предварительным данным, 36-летняя женщина пересекала дорогу в неположенном месте. Ее сбил водитель Volkswagen Passat. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали. Теперь очередь законопослушного пешехода. На улице Дзержинского 32-летняя женщина пошла через дорогу в зоне действия знака «Пешеходный переход». В этот момент ее сбил водитель автобуса. Женщине вызвали бригаду скорой помощи. Сергей Пичугин, место происшествия. We'll be right back.